приветствую на своем канале. Меня зовут Наталья, и сегодня у нас очередной заказ Faberlic, совсем небольшой. Заказ я делала по 12-му каталогу, мне пришел 13-й. Начинает он действовать, уже начал, вернее, действовать с 29 августа и по 18 сентября. Я снимаю в основном одежду, но так как у нас нет новинок, поэтому я решила заказать из распродажи старые коллекции. Просто для интереса, показать вам и посмотреть самой, что это за вещи. Их немного, поэтому всем, кому интересно, приглашаю к просмотру. Так, сейчас на мне трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины, цвет красный, размер 54, 95% полиэстер и 5% эластан. Сейчас объясню, почему 54. Я почитала отзывы, и там пишут, что лучше брать побольше, так как я хотела, чтобы он прям совсем был свободный, нигде не облегал. Я взяла вообще очень большой размер, но сейчас посмотрите, как он смотрится на мне. Он вот такого вот цвета. В принципе, хоть это и полиэстер, но он достаточно комфортный к телу. Такой прям струящийся, приятный материал. Вот. И вот рост у меня 164, рукава мне как раз по длине вот так. Но, видите, да, 54-й, он очень, конечно, свободный. Ну, в принципе, я так хотел, чтобы он был свободный. Но вот единственное, вот здесь, конечно, очень-очень свободно. Вот, ну и учитывайте, это 54-й. А так, в принципе, вот, ну, опять же, это я брала по отзывам. Здесь вот такие пуговички, три штуки здесь. Вот такой материал. Поближе, как бы вам показать. Он гладкий такой. Так. Вот, сейчас посмотрите, как сзади. В принципе, удобная вещь, но... Вот мне не понравилось, что здесь очень широко получается. Мне кажется, если бы я даже взяла поменьше размер, был бы лучше. Вот. А вот я говорю, состав хоть и полиэстер, но очень приятный. И мне вот не жарко в нем. Он такой какой-то холодный материал. И на мне еще, значит, джинсы. Это брюки из джинсовой ткани для женщины. Цвет синий, размер 50. Состав 68 хлопок, 30 полиэстер и 2 эластан. Сейчас я опущу вот такие джинсы. В принципе, они мне как раз. Единственное, сзади немножко мне вот тут вот свободно. Но это так всегда. Я все время здесь ушиваю. Как бы это для меня нормально. А так они вот везде. А так они по размеру. Здесь кармашки. Так, полноценные. Здесь еще один маленький кармашек. Сзади тоже кармашки. Посадка. Я бы не сказала, что высокая, такая средняя посадка. Ну, для меня. Так. По размеру, у меня рост 164, по размеру я вот уже их подогнула. Сейчас одну. Если разогнуть, они вот так вот. Если разогнуть. А это я вот согнула. То есть мне чуть-чуть длинноваты они на рост 164. Вот. В принципе, джинсы мне тоже понравились, но, опять же, это, наверное, особенности фигуры. Сейчас покажу. Мне вот это место хочется приподнять. То есть мне не хватает вот, как это назвать, по высоте вот здесь. Вот это место как бы мне кажется низковато, неудобно, хочется все время
потянуть. Такое ощущение, что они сползают. Джинсы хорошие. Мне понравились. Но вот из-за особенностей фигуры. А так вот... Ну, джинсы как джинсы. По качеству хорошие. Так, следующую сейчас. Вот такая блузка с длинным рукавом для женщины. Цвет коралловый. Размер 52. 100% полиэстер. Вот этот полиэстер мне понравился больше. Он какой-то прохладный. А в этой блузке мне прям сразу уже жарко. Размер 52, опять же, прочитав отзывы, там пишут девочки, что побольше надо размер брать, потому что у некоторых рукава не влазят, что рукава узкие. Ну, мне вот, я 52 взяла, она мне очень большая оказалась. Сейчас опущу, покажу. Вот. Вот здесь прям, как всегда, вот здесь вот очень-очень большая. 52 размер. Ну, в общем, она свободная получилась такая. Она мне давно нравилась. Эта блузка еще, когда вот она раньше-раньше вышла в коллекции, не помню какой. Вот, она мне приглянулась. И я вот захотела просто посмотреть, так как в распродаже совсем недорого. Вот. Но полиэстер я уже такой не хочу носить. И да, она вот... Вот здесь прям, когда руки вот делаешь, тянет. Хотя это 52 размер. А вот так она вот свободна. Прям очень. Непонятно. И вот эта кокетка сзади тоже. Вот это вот. Тоже так вот, когда делаешь, тянет немножко. Непонятно, какой размер брать. А так она свободная прям. В принципе, неплохая блузочка. Кто любит такие фасончики и кто спокойно относится к полиэстеру, в принципе, почему бы и нет, нарядная. Покажу поближе материал. Вот так вот он выглядит. Забыл сказать, что на манжетах по две пуговички. Здесь вот как бы присборенный манжетик получается. Вот, и здесь пуговички, и внизу вот такой вырез сбоку. Вот, спереди и сзади, по-моему, одинаково. Нигде ни выше, ни ниже. Только с боков вот такой вырез. Вот. Если бы материал был немножечко по... Натуральнее было бы, конечно, лучше. А так очень яркое, нарядное. Кто любит такие цвета, в принципе, ничего так. Вот это вот такой джемперочек. Немножко цвет неправильно передает. Здесь прям красный. А на самом деле он... Так, как бы это показать-то? Вот такой вот. Вот как здесь сейчас показывается. Вот такой бордовый. Какой-то темно-красный, не бордовый. Вот такой материал. Внутри точно так же. Рукава обычные. Ничего тут нет на рукавах. И сбоку тоже на этой блузочке, ой, джемперочке ничего нет. На ощупь приятный, шелковый такой как будто бы материал. Тоже хорошая кофточка. И джинсы. Ну, джинсы обычные. Пуговички. Здесь пуговичка. Замочек хорошо расстегивается. Вот. Они прямые. Вернее, даже не прямые, зауженные, да? Зауженные, не прямые. Я брала, потому что прочитала, они темно-синие. Здесь опять же вот цвет искажается. Так, как показать? Вот. Вот такой. Так, вот такой вот цвет какой-то. Нет, даже темнее. Темно-синий, в общем. Я по отзывам читала, когда думала, что правда прямые. Хотелось прямые брюки. Не хотела зауженные. А они оказались именно зауженные. Узкие, в общем. А так, ничего, тоже хорошие джинсы.
Это я вот подогнула уже. А если разогнуть, они здесь просто. Вот так. Ну вот и все, такой небольшой заказик у меня получился. Будем ждать новых коллекций одежды. И всем, кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч, пока-пока!